Великий князь Литовский, король польский, Жагімонт III у Великім князьстві Литовським, IV Ваза. Суперечлива особа, историками оценивается больше негативно, чем становча. Он приехал со Швеции, был обраный на короля, имел великие планы, нібито згодные с идеями эпохи. Он хотел мацевать королевскую владу, хотел направить державу, нечто для этого робил. Это была огульная тенденция в Европе – абсолютизм, імкнення до абсолютной монархии. Але это не удалось. Занадто моцны были традиции демократии у Речи Посполитой. Шляхта нават подняла рокаш, мятеж. Але одночасово ён, Жагімонт Ваза, был змушаны следовать у фарватары политичных памкненняў и шляхты и магнатов. У тым же годе, коли королевским указом был затверджаны другий статут Великого князства Литовского, далеко от наших землей у семьи шведского принца Яна народился хлопчик. Его наймати была Катерина Ягеллонка, одна из дочок короля и великого князя Жагімонта Старога и ведомой Бонни Сфорца. А это значило, что у будучини хлопчик мог различивать на тое, как занять дедово место. И проз 20 годов то я сдарилася. После смерти Стефана Батория при подтримце большести польской шляхты Жагімонт Ваза был обраны польским королем. Але кабы политичный народ князства признал его великим князем, новый монарх был вымушен поставить свой подпис под знакомитым статутом Великого князства Литовского 1588 года. Так Речь Посполитая отримала нового короля и великого князя. Напевно, не лишним будет подкреслить, что третий статут, затверженный Жагімонтом Вазом в 1588 году, не только баранил суверенитет Великого князства, але и скасовывал многие принципы Люблинской унии и навод не сгадывал ее ни в одного разу в великом тексте. Але уже хутка те, кто недавно витал его, все частей стали выказывать свою незадоволенность. По-першее, король был выхованный как щирый католик, тому одразу обкружил себе братами ордена езуитов. А по-другое, Жагімонт Ваза імкнувся умацовать королевскую уладу, а это одразу выкликало незадоволенность усёй шляхты, и она отказала рокашам, узброенным повстанням супрать короля. Рокаш супраць Жагімонта Вазы отшолил краковский воевода Миколай Зібжидовский. 6 липня 1607 года под местечком Гузова отбылась битва, у якой силы рокашан были разбиты королевским войском. Незадоволенность шляхты выкликала так само и тое, что король и великий князь часто больше пильно сочил за подеями на своей родиме, чем опекался справами Речи Посполитой. И сочить было за чем. В 1592 году помирает шведский король Ян. Ягоное место займает Жагімонт Ваза. Однако от Стокгольму до Кракова шлях не близкий. Тому, скориставшись отсутностью Жагімонта, шведские протестанты обвещают королем ягоного дядьку Карла. Імкнення Жагімонта Вазы заховать шведскую корону утягне Речь Посполитую у долгий военный конфликт со Швецией за земли Инфлянту. Але серия войнов скончится беспоспехово для Жагімонта и только поглыбит социальную напруженность и экономичные проблемы Речи Посполитой. Еще одной авантурой Жагімонта Вазы была подтримка небы чудом оцалелого царевича Дмитрия, сына московского цара Ивана. Дмитр короновался на московский трон
у 1605 годзе і адразу забыўся пра сваё абяцанне перадаць у склад Речы Паспаліцай Смаленскую і Сіверскую землі. А гэта якраз было умовай вайсковай падтрымкі. Неўзабаве гэта выльецца ў паўнавартасную вайну з Маскоўшчынай. Магнаты і шляхта Вялікага княства Літоўскага выступілі супраць гэтага. Каму як не ліцвінам разумець, што арэнай для баявых дзеянняў зноў можа стаць шматпакутная радзіма. Да таго ж на той час Маскоўшчынай трымаўся мір, і парушаць яго першым палітычны люд княства не хацеў. Аднак кароль не стаў яго слухаць. Вайна працягнецца з 1609 па 1619 год і верне ў склад Вялікага княства Смаленшчыну, але ў чарговы раз спустошыць нашую айчыну. Яшчэ не скончыўшы чарговы маскоўскі паход, Жагімонт ваза пойдзе на адкрыты канфлікт з Асманскай імперыяй. Турэцкі султан паабяцае прайсці праз усю Рэч Паспалітую, і толькі мужнасць нашых продкаў у бітве пад Хоціным у 1621 годзе прадухіліць яшчэ адну вайну на землях Вялікага княства Літоўскага. Трэба прызнаць, што палітыка Жагімонта вазы шмат у чым прывяла да змяншэння ролі Рэчы Паспалітай у Еўропе. І мы глядзім у палітыцы вазы адныя памылкі. Імкненне здабыць шведскую карону прывяло да непатрэбнай цяжкай крызіснай вайны са Швецыяй. Саюз Аўстрыяй прывёў да канфлікта з Асманскай імперіяй. Успомнім авантуру з маскоўскай дзяржавай, падтрымка Ілжэ-Дмітрыяў і першага і другога, якая таксама скончылася няўдала у суме. І калі ацэньваць агульны баланс кіравання Жагімонта трэцяга вазы, ён больш адмоўны, чым становчы. Вось такое кароткае рэзюме пад доўгімі 45 гадамі валадарства Жагімонта вазы, караля польскага і Вялікага князя Літоўскага.